Всем привет, всем здравствуйте, друзья, с вами Барат, сегодня у нас видосик по игре Life is Feodal на сервере Goddenland. Короче, друзья, хочу я сделать себе новое оружие и новую броню. Так как прокачал себе пехотинца до 60, могу использовать топор северян, боевой топор, щит, круглый щит могу использовать. Также я могу использовать меч северян, там фальшион. Легкую саблю. Также могу, кстати, использовать вот эту вот чешуйчатую броню. Но сделать пока что не могу. И треугольный щит могу использовать. Так как у меня ковка доспехов до 40 всего лишь, я не могу сделать броньку круче, чем до уровня 30. Вот эту броньку я сделать не могу пока что. Одеть могу, сделать не могу. Сегодня я хочу выковать себе новые доспехи, а также хочу выковать себе, как я говорил, новое оружие. Долго тормозить мы не будем. Зацените вид ранним утром с этой стены. Красиво, да? Вот такой вот вид. Я вот тут, кстати, такую лестницу построил себе, что можно было на стену спокойно подниматься. Кстати, Дмитрич пригнал ко мне свою повозку, припарковал ее тут, он припарковал ее у меня на клайме, но он не имел доступа к клайму. И прикол в том, что нельзя запрячь лошадь, в отличие от моей, то есть к моей можно запрячь. Повозки одинаковые. Его повозке же лошадь запрячь нельзя. Почему? Кто в курсе? Объясни кто-то. Так, ладно. Зажжем сейчас нашу кузницу. Я уже подготовился маленько. В общем, я купил сегодня себе соток веточек. Купил полосок кожи. Купил себе тонкой кожи тоже достаточно много. Сейчас мы будем ковать нужные элементы для доспехов и новое оружие. Так, это под доспехи уйдет. 60 плюс идет под доспехи. У меня, кстати, вот 66 слиток. И эта ветка, и сотая ветка. Все есть. Тут же я в прошлый раз сделал 40 какой. Так, стоп. 38 молот. Дай-ка проверю я. Это тот молот, который мне нужен? Да, 37. В прошлый раз, короче, я максимально сделал 38 молот. Но у меня были 68 или 66 ветки. Давай попробуем теперь выковать молот. Учитывая, что сотая веточка, может быть, получится более-менее хороший молоток сделать. Так, новый молот. 42. Да, не сильно выше, но чуть-чуть выше, ладно. Давай-ка переобуем его. Всего-то на 4 единицы выше. Ну, пускай будет. Ну что ж, давайте начнем мы с ковки оружия. Выковать оружие. Я хочу для начала сделать себе меч северян. Хотя нет, стоп. Тут один слиток у меня чуть-чуть ниже качества. 59. Пока что скину его на пол. Тут у меня 70 есть. Из 70-х слитков мы сделаем два оружия. Первое оружие, которое хочу из 70-го слитка сделать, это меч северян. На него уходят два упроченных бруска и одна тонкая кожа. Мастерить вручную. Интересно, какого качества получится меч. Меч получился 35-го качества. Неплохо. В принципе, неплохо. Так, теперь... Я хочу сделать себе новый меч Бастард. Найти его. Вот он. Смастерить вручную. Я не знаю, какой меч получится. Кожа у меня, конечно, хреновая. 37 качества. Так, какой меч получился? 35 качества. А прошлый? Прошлый 31 качества. Ну, качество чуть-чуть выросло. Не сильно. Но у меня и кузня низкого качества, как вы помните. Так, теперь надо подобрать тот слиток. Из этих двух слитков я хочу сделать себе меч, точнее не меч, я хочу сделать себе топорик. Так, выковать оружие. Я хочу сделать себе топорик северян. Правда, его найти надо сначала. Вот он, топор северян. Бревно у меня, кстати, сотого качества будет.
и бруски 69 и 70. Посмотрим, какой топор северян получится. Вручную. Я надеюсь, что получится хорошего качества. Так, топор северян 42 качества. Значительно выше. Значительно выше. Такой же, как молот. Что мне нравится в этом топоре северян, что у него и укол хороший, колющий удар, и рубящий удар хороший. Также и у одноручного меча северян тоже укол хороший, даже получше, чем у топора, и режущий хороший. Я хочу и с тем побегать, и с тем побегать. Я готовлюсь к арене, друзья. Это почти убитый меч, надо его просто добить и выбросить. Ну а теперь мы возьмемся за ковку брони. Для начала мне нужно сделать проволоку. Так, выковать части доспехов. Нужно сделать 11 штук. Только серийно. На одну проволоку уходит один брусок обычный. Даже на две проволоки уходит один брусок. То есть одного бруска получается две проволоки. Надо сделать 11, сделаю 12 штук. Все, проволока есть. Теперь нам нужно сделать 11 штук вот таких вот чешуйчатых элементов. На один элемент уходит 3 обычных бруска и одна проволока. Смастерить. Серийно. Кстати, проволока 34 качества получилась. Делается тоже по 2 штуки. Я думал, делается по одной. Нет, делается по 2 штуки. Оп, 12 штук уже есть. Однако, я думал, будет делаться по одной. Оказывается, хватило и 6 проволок. Делается по 2 штуки чешуйчатых частей. Да, не особо хорошие, конечно, блин. Учитывая, что у меня 60-й металл, какого хера у меня такое в качестве хреновое получается? Надо делать себе хорошую кузню, для этого нужен хороший строитель. Где его взять, хрен его знает. Так, ладно, чешуйчатые части у нас есть. Тонкая кожа у нас есть. Оп, я хотел еще кое-что сделать. Выковать части брони, я хочу еще одну пластину сделать. Смастерить вручную. Посмотрим, какого качества пластина получится. Пластина 33-го получилась. Ну ладно, сойдет. За третий сорт. Третий сорт не брак, можно пользоваться. Это есть, это есть. Теперь возьмем отсюда нехватающий элемент. Так, недостающий элемент взяли. Это у нас простая ткань. Ткани надо будет тоже много. Ну и начнем ковать броню. Во-первых, я хочу себе железный нагрудник один сделать. Интересно, какого качества он получится. Потому что я свой поломал, уже чинить не хочу, хочу сделать что-то получше. Так, качество 43. Отлично. Отлично, я вам скажу, друзья. Это намного лучше, чем тот, что есть у меня. Так, теперь возьмемся за чешуйчатую броню. Где она тут? Чешуйчатые перчатки. Вручную парочку. Так, перчатки у нас получаются какого-то... Стоп, сбилась. 41 качества. Неплохо. Чешуйчатые штаны. Поножи, точнее. Не штаны, а поножи. Чешуйчатые сапоги. Чешуйчатые наручи. Так, чешуйчатый шлем с мастерем. Неплохого качества вроде как получаются. И осталось найти чешуйчатую кирасу. Я ее где-то пропустил. Вот она. Чешуйчатая рубаха. Вообще-то кираса, а не рубаха. Может быть и рубаха, хрен его знает. Но вот это точно кираса называется. Вот железный нагрудник. Ну что, друзья мои. Сделал себе новую броню и новое оружие. Давайте заценим. Кстати, это не все, что я хотел сделать. Ну-ка, использовать верстак. Я хочу сделать себе еще один щит. Вот такой круглый, как у северян. Для этого мне нужна... Одна полоска, нужно будет доска из твердой древесины и гвозди. Это все у меня есть. Пошли возьмем. Так, полоска. Полоска у меня 50 качества. Есть. Гвозди. Гвозди нужны хорошего качества. По-моему, тут были. Нет, не тут. Посередине, если глянем. Да, тут есть. Гвозди есть 56 качества. Ладно, возьму все. Сейчас посмотрю, может быть, выше качества найду. Это какого качества? Нет. Тут ниже качества. И бревно одно из твердой древесины, значит, да? Нет, не бревно, доска. Доска. Конкретно доска твердой древесины. Доска сотого качества у меня есть.
Блин, хороший склад, я вам скажу, вместительный. Использовать верстак. Блин, а можно даже два щита себе сделать. Сделать один круглый щит, мастерить вручную. Сейчас посмотрим, какого качества получится щит. Так, щит 36 качества. Какого хера? Материал это высокого качества. Почему всего лишь 36 качества? Ладно, неважно. Может быть. А, так у меня плотник достаточно низкого уровня. У меня плотник на 30. Вот. Ну ладно. Давайте теперь оденемся. Заценим, как все это выглядит. Ну-ка. О, неплохо. Неплохо выглядим. Вот такой вот пехотинец теперь у меня. Так, надо гвозди скинуть обратно. Кстати, вот тут у меня прошлая броня. Какого качества? 35-го. Тут у меня 43-го. Разница есть. Да, действительно, разница есть. Это поломанная, надо будет выкинуть. Но я потом это сделаю. Либо отдам кому-то. Может, починят себе, кому нужно. Может быть, весь комплект отдам, я сделаю себе комплект брони получше. Так, теперь возьмем себе щит. Скажем, щит. Какую там руку? Нет. Сюда, короче, не добавить щит. Сюда добавляется щит. Давайте посмотрим. Пускай сам добавит. Ага, щит добавляется сверху. Я понял. Так, бастард сюда. Внизу, конечно же, можно ставить себе один топорик и меч северян. Во! Вот теперь другой базар. Вооружен и опасен. Так, на 4, если взять щит. И какой у меня там на второй меч северян. Вот это теперь круто. Вот это теперь другой базар. Колющие удары, режущие удары. Неплохо. Можно заблокировать себя. Кстати, щит держит постоянный блок. Круто, я готов к арене. Теперь, друзья, я реально готов к арене. Или надо будет такой скриншотик сделать. О, можно даже сейчас этот скриншотик сделать. Так, вот так встанем. Ну, а вот это железная броня. Кстати говоря, друзья, смотрите, я могу полуторный меч бастард вместе с щитом взять. Охренеть. Колющие удары сверху вниз. Охренеть! У него урон будет покруче, чем у этого одноручного. Но одноручный, по-моему, побыстрее будет. Так, это топорчик. По-моему, у одноручного будет побыстрее атаки. Да, они побыстрее будут, чем у бастарда. Ну что, друзья, я теперь вооружился, сделал себе новую броню. В воскресенье жду всех на стриме, будет стрим по арене, будем сражаться, будем испытывать разную броньку. Буду в этой бегать, буду в той железной бегать. Ну и плюс у меня теперь двуручка, ну и два одноручных оружия. Ну что ж, будем тут заканчивать тогда. Кому понравился видосик, ставим лайкосик, кому нет, ставим дизлайк. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписаны. Ну а кто смотрит мои видосы давно, но при этом не хочет подписываться на мой канал, идите нахуй с моего канала, зачем вы тут? Что вы тут делаете? Не нравлюсь я вам, не нравится мой канал, не хотите на него подписываться. Ну либо вы какой-то ЧСВшник, который не подписывается на канал и не поддерживает автора. Идите просто нахуй отсюда. Ну либо подписывайтесь на мой канал, поддержите пацана. Также обязательно пишите свое мнение в комментариях. Ну а тут я с вами прощаюсь. Всем удачи и добра. Всем пока.